да? Вот стою у коряги, рыба вот в 17 метрах. Четко. Наверняка какая-то щукенция. Потому что тут все время бель ходит. Волна сегодня, конечно, такая. Ого-го. Все. Хорошо. Вообще хорошо. Пробуем. Уходит с прицела. Потом типа 10-12, вот она уже под 10. А, вот она вроде нет. Вот, это дерево. Стой, стой, я теперь просто с другой стороны. Сейчас вот встанет, как положено. Тяжеловато. Это вам не на озере в Финляндии именно. Так, ладно. Где эта рыба? Короче, вот так вот. Ага. Дерево-то деревом. А рыбы уже и не видно. Это какая-то ерунда подо мной. Вот и все. Ты замужем теперь. Вот, видите, я над ней прошел, и все. И она свалила.
Не знаю. На бугорочке. Не за бугорочком. Ну ладно. Одна была. Уже нет. Где же это? Что-то подкрадывается. Что это, непонятно. Стою, а дерево, а вот он. Ну да. Чересчур я него отвалил. Ладно, ушла рыба, так ушла. Будем менять локацию.